Общественный активист Ермек Нарымбаев вновь рискует получить арест 15 суток, якобы за неразрешенный митинг. Полицейские пришли к активисту прямо в офис и потребовали немедленно ехать с ними в административный суд. Нарымбаев отказался, ведь никаких уведомлений из суда к нему не поступало. По закону полицейским нужно было сначала сдать материал в суд, а оттуда должны вызвать нарушителя повесткой. Но стражи порядка думали иначе. Суд вызывайте по повестке суда. Я еще раз говорю, в суде нет ваш материал. Вот. Регистрируйте по почте, отправляйте. Нет, меня будет вызывать только сам суд. Отказывайтесь. Конечно. У вас статус? Так, получается, у них без повестки суда. Без повестки суда. Без повестки суда. Я не отрицаю. Суд вызывает. Суд есть повестка, вы со мной все работаете. Все. После задержания Нарымбаева доставили в административный суд. Полицейские вменяют в вину активисту события 4-месячной давности. Тогда жители 2-го микрорайона протестовали против стройки в своем дворе и даже провели сход, где выразили свое недовольство. Среди них был Ермек Нарымбаев, который также живет в этом микрорайоне. На мероприятии присутствовал аким района, который пообещал во всем разобраться. Активист называет обвинения в несанкционированном митинге абсурдными. Митингом объявляется сход жителей, на котором прибыл сам аким района Аузовского и заявил, что никаких преследований, никаких арестов, никаких репрессий не будет. Получается, акимат не держит свое слово. В суд полицейские представили показания двух свидетелей, которые якобы видели, как жители бросали камни в забор, а Нарымбаев выкрикивал антиправительственные лозунги. Впрочем, в своих показаниях они постоянно путались. Заседание длилось почти 5 часов. Защита 3 раза объявляла отвод судье Руслану Жамалбекову. В итоге судья после очередного объявленного перерыва вернул административный материал полицейским на дооформление. На следующее утро стало известно, что полицейские за ночь успели устранить недочеты и снова приехали за Нарымбаевым.